такой конвоир. Он зарезал собаку. Далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год два раза в год. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Тихо-тихо-тихо там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую упрямую строгой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется. Собру так с места не сойду, врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Поверить грех тому, который веселее и светлее их всех. Эх, она молчит и улыбается ему, тому, который возвращается. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек его души. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Американский мальчик, знаете, мальчик.
Америке в отряде в армии. Speak English, говоришь по-русски? Дыму покинул. Я туда строю туда СНГ. Поставил СНГ туда. Поставил антиэр. Копайте гору за ним. Копаю СНГ, ребята. Где копаю? Топку. Я вас не занимаю. Топку сначала сейчас копаю. Копаем топку, быстро. Работает снаряд у него. Потом КНГ по марке он кипает. Готово, все, я так посужусь.
ты, пацан, ты камикадзе, блядь, бросил свой пулемет. Да, бросил его, подожди. Пацан, из-за брата. Нет, они физически попасть нет. Не могут, им мешают. Как это крутится? А, щель потопки нашей очень маленькая. Это мы можем попасть. Я веду патроны. Сбросьте патроны, только могу сесть сейчас стрелять. Сейчас буду бросать. Я сел на топку, могу стрелять. Вижу, БМП торчит. Да, это же ваша цель. Топку сначала, топку вынеси, приоритетная цель. Патроны скинул. Только минус вынес. Перезарядка. Вижу БМП вражеский. Ебашь. Дым на С дайте. СВ, вражеский, ебашь, это СВ. Видно его? Техника В, близко. Не вижу. Все, отработал. Вот этот БМП. Это БМП работал, давай. Да. Ровненько. Это сейчас скинет нам на бомбе. Да, блядь. О, куда он скинул? Ничем не нормально. 16 paranoia filled days later. It was at this moment that he knew he fucked up. War. War never changes. The end of the world occurred pretty much as we had predicted. Too many humans, not enough space or resources to go around. The details are trivial and pointless. The reasons, as always, purely human ones. The Earth was nearly wiped clean of life. A great cleansing. An atomic spark struck by human hands quickly raged out of control. Spears of nuclear fire rained from the skies. Continents were swallowed in flames and fell beneath the boiling oceans. Humanity was almost extinct.